Да, значит так, охотимся сегодня. Слушайте внимательно, ёпта. Охотимся, у нас, короче, лось, кабан, загода, три кастуры загода. Стреляет каждый своего зверя. Да. Или вот там что, как давать. Лося стреляет Гриша сам. Он с товарищем. Пытается его стрелять, лося не стреляет. Ты не натренировался открывать, да, форточку? Так, господа, да? Ждешь нетерпения. Загончики в сторону туда отошли. Вон туда загончик. Сколько там человек? Тише ты, Рома, ты, блядь, глаза повышибаешь, нахуй. Туда, туда, Серёжка, загонщики, вон туда. Отойдите. Что же, тут нет. И ваша охота, ну, сейчас. Ржал, блядь, с подставки, блядь. А что, с плеча неудобно стрелять было, блядь? Человек, значит, еще одного человека, он кусок, небольшой кусок. Вот, первый. Ну, вот это. Да. 17 классов. Понял? А туда, туда поплотнее, бурелон, там кабаны выдают. Так, с ловкой, сзади так, три человека, два человека. Гриша, как зовут? Валер. У меня через карбин. Не лезь. Сядь. Загон закончился, выходите. Вот на эту дорогу. Вот за дорогу. Перекрывайте, это будет лоб. Назад будем вот этот лоб. Поняли, да? Кто, а тут еще номера подойдут. Это вы. Ну вот, которые вы. Не, а сколько нужно? Дело мы оттягиваемся. Какая длина? 26 ноября у нас сегодня. Начался загон. Стою. Правая боковая, но, бля, заросшая просто в хламину. Скорее всего, ничего я не увижу, ничего вам не покажу в этот раз. Загон, в принципе, перспективный. Сегодня кабан, косуля и лось. Лось, как говорится, будет, не будет. Стреляем все равно его не мы. У нас кабан, косуля. Ну вот, поэтому, если что-то увидим, покажу, не увидим, не покажу, но заросшее все просто, блин, вся правая боковая, это вот выше головы, видели, да? Вот так вот трава, одна трава идет полностью. О, что-то стреляют, пуляют, однако. Значит, что-то есть, третий раз. Ладно, как говорится, увидим, погнали.
интересно, о чем думает, кто я. Опасность или дерево. Хвост не поднят, жопа не расправлена еще. Значит, пока что опасность не чувствует. Что, мне их в плен брать, что ли? Я уже совсем близко.